Май, сегодня 1 мая, мир, труд, май, сегодня 1 мая, мир, труд, май, сегодня 1 мая. Здравствуйте, дорогие друзья, ВКонтакте, в Одноклассниках и в Ютубе. Я начинаю свой праздничный видеоблог. Свой праздничный видеоблог номер 992. Большая голова. Повторяю. 992. Большая голова. Большая голова. У кого-то так держать. Так, поехали на дороге. Ого.
да все. Ой. Ой. Ладно, вообще. Ой, это не знаю. Так, все. Ага, кто? Чё, Нинка? Нинка, 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 всё. Нинка, всё, Нинка. Давай, Нинка, давай, давай. Нормально все брать.
Так, все, ох. Кстати, один кусочек хлеба остался. Тихо! Покажи подписчикам, да. Подписчикам один кусочек хлеба остался. Ладно, ох. Подписчики, у меня сломался компьютер, и в данный момент я без компьютера. Поэтому этот видеоблог выйдет где-то 20-го, 25-го или 30-го. Я точно не знаю, когда этот блог выйдет. Или же 1 июля. Ой, 1 июля, суббота, точно, ого. Лука, 1 июня, суббота, лука. Так, нам мелочи скрести, пойти себе взять лимонад. И два тортика. Ой, нам к маме еще будет. Маме заехать сегодня. Ра-ра-ра. Блин. Хлеб один кусочек остался, ладно. Ну ладно, ничего страшного, я в принципе сегодня постараюсь также два видеоблога снять, или три, да. Если получится. Не знаю, если получится, то я два или три блога сниму. Нам снова первое. Ладно, ну да. Ой, блин, у нас же еще. А так, все. Вот эти вот 5 рублей юбилейные надо сразу отложить в кошелек, потому что они очень мало попадаются. Поэтому юбилейные пятерки лучше в кошелек отложить на юбилей. Ну да. Ну да, да. Потому что я не знаю, сколько я тут еще буду. Так, ладно. Так, ладно. Родина мать зовет, не подведи ее, за тебя станем, Россия мама. Блин, давай сначала спою, давай, 3-4. Давай, 3-4, небо первое, прошу. Разорвано небо, натянуты нервы, посмелое сердце.
Блин, зараз упал, да? Побеждай, где? Ты тяга смотрел, а? Надо опять погоду менять будет. Наверное, ага. Сейчас я в сундук их положу, то не я тайненько. Сейчас я их положу в шоколадке. Ой, а нет, тут не здесь как спонтить. Около шоколадки. Все, поехали. Сейчас они здесь, они сейчас делают. Ой, они не летают. Я их таких ты. Таких ты ставишь, почему? Да. Сейчас я переведу влог. Ой, батюшки, 17 минут. Ой, 18 минут уже, ёшки. Ука, 18 минут уже. Да я вижу, ага. Так, Глен, надо перевести хоть музыку. Музыка, значит. Ой. Thank you.
Ой, господи, 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 сейчас включу, давай, другую песню, пойдем, поехали. Помни все, от меня это было.
она конфеты растает на половину, у меня в комнате почему-то растает конфеты. Я их... Пока холодильник поставит. Да, я их в холодильник поклал, да, положил. Ну, правильно. Да что ты, это те, которые... Упаковки были? Да, 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 они шоколадные, они шоколадные и кофейные. Там со вкусом кофе они. Очень хорошо. Все, ладно, давай, вперед. Да, вообще, знаешь, я ничего не знала, получай чая с обладками, и все, да? Я сегодня два бутерброда поела и каюк кофе открыл. Роза, чёрт, а у тебя разумеется, не мое состояние. Разумеется, а? Совсем. Ой, мам, ты сейчас на блог скажешь, всё. Всё, пока. Поняла. Ой, блин, пойдёт вам включать, теперь всё сбьёшь тут. Ой, да, точно. Так, теперь давай русскую врач. Ой, что-то мы и засиделись, братцы, давай. Ой, что-то мы и засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться. Молодая сила не верена, дайте коня мне на добрый вещь. Ради пойдем до погони ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не притронем сидеть по хатам, дайте коня мне на добрый вещь. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной. За всех сил поет. Ой, да, точно, ага. Так, ладно, валим. Сколько там? Ого! Блин, много. Так, видео, закрываем видео. Так, все. Так, давай на пасхальных яйцах, наверное, завершимся. Потому что уже пасхальная неделя идет. Ну, давай, ага. Ну, давай сейчас уже. Так, давай сейчас на пасхальных открытках завершимся сейчас, господи. Это начатое сейчас. Недавно так. Господи, для Оли открыто помялся. Сейчас. Ой, да не русская рать, не постоит за родину мать. Вили топили, ворога добили и победили черную тать. Ой, что там мы засиделись, брат. А, ой, блин, для Насти опять открыт по тексту. Так, ой, что там мы засиделись, брат. Не пора нам разгуляться. Так, поехали. Видео. Закрываем видео, видео, закрываем видео. Всем пока, с вами Нина и Лина. Всем пока, с вами Нина и Лина. Всем пока, с вами Нина и Лина. Видео закрывается на пасхальных яйцах. Так, все. Это уже нет, пока не нарисованы, если ладно, вот так сделаем. Видео, закрываем видео. Видео, закрываем видео. Всем пока, с вами Нина и Лина. Всем пока, с вами Нина и Лина. Кстати, мой компьютер сломался, видели подписчики? Его отвезли в ремонт. Это видеоблог выйдет через 4 или 3 недели. Не знаю.
Ладно, всем пока, с вами Нина Ивина. Всем пока, с вами Нина Нана. Ладно, всем пока-пока. Передай привет Наталье Машиной. Наталья Машина, привет тебе. Наталья Машина, привет вам. Я вам для вас сделала открытку. Так, все. Ладно, всем пока, с вами Нина Ирина. Всем пока, с вами Нина Ирина. Так, ладно. Передаю привет Оле Барановой. Еще передаю привет тете Ларисе Кубасовой. Так, так. Ой, господи, да что ж такое? Так, все. Так, еще передай привет Насте Глебовой, еще передай привет Юле Влохотиной, еще Наталье Васильевне, да, для Натальи Васильевны еще тоже подарочек сделался. Ну да. Так, все, давай. Нин, возвращай. Да, все, ладно. Сейчас я делаю открытку для Алексея Ивановича. Так, ладно, всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока, с вами Нина Ильина. Мир, труд, май, сегодня 1 мая. Всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока-пока, мои дорогие. До свидания, все мои любимые подписчики. Всем пока, с вами Нина Ильина. До встречи на следующем видеоблоге номер 993. Ты в окошко смотри, ладно. Всем пока-пока. Ладно. Или 993 прогулок побуду, ладно. Всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока, с вами Нина Ильина. И всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока-пока, мои дорогие. До свидания, мои любимые подписчики. До встречи в сети. Всем пока-пока, мои дорогие. Мир, труд, май, сегодня 1 мая. Йоу!